to understand that biblical history must be understood against the background of other ancient history. Мы с вами должны понимать тот факт, что библейскую историю необходимо рассматривать на фоне древней истории. Because the Bible focuses on the life of Christ in the, I'm talking about the New Testament, focuses on the life of Christ and the apostles. Потому что в Библии, в Новом Завете, рассматривается в основном жизнь Иисуса Христа и апостолов. If we were to read only the New Testament, если бы мы с вами прочитали только Новый Завет, we would be tempted to think that Jesus grew up in the center of the activities of the world of his day. То у нас с вами сложится впечатление, как будто бы Иисус Христос жил в самом центре различных исторических событий. Yet, when you look at the life of Jesus and the nation of Israel, with reference to the Roman Empire that was in existence at that time. Но в то же время, если вы посмотрите намного шире и посмотрите жизнь Иисуса Христа и вообще израильского народа на фоне Римской империи, которая господствовала в то время, you'll find that Israel was not in the center of the empire. То вы тогда увидите, что Израиль даже не находился в центре Римской империи. In fact, it was way off at the eastern edge of the Roman Empire. Израиль вообще находился на окраинах, на восточных границах Римской империи. It was far from the centers of influence in Rome. То есть он очень далеко находился от центра влияния Рима. It was the place that the Romans would just as soon have let go and let the eastern empire called the Parthians take control of Israel. То есть римляне даже особо не сражались за эту территорию, и когда парфяне захватили Израиль, они им просто ее отдали, эту территорию. Except for one thing. Но одно все-таки их интересовало. And that is that Israel was along the eastern shore of the Mediterranean Sea. Единственное, что привлекало римлян в Израиле, то, что Израиль находился на побережье Средиземного моря. And by controlling Israel, Rome was able to control the entire seacoast of the Mediterranean Sea. И когда Рим контролировал или господствовал над Израилем, это означало то же самое, что контролировать над всем Средиземноморским побережьем. Apart from that, Israel was of no importance to the Romans. Если бы не было вот такого географического расположения, то Израиль вообще был бы не нужен римскому государству. In fact, Christ himself was virtually unknown outside of his homeland. И можно сказать, что о Христе также не знали за пределами той страны, в которой он жил. And Jesus lived and ministered in this very small province, never went more than 100 kilometers from his home. То есть вообще Иисус Христос нес свое служение в одной маленькой провинции и дальше, чем за 100 километров от своего дома, и не уходил. And in fact, it wasn't until the Christian movement later reached the capital of the empire in Rome and began to be a source of civil struggle in the city. Только когда вот уже христианское движение началось, только тогда, когда оно уже достигло Рима, тогда уже обратили внимание на это, потому что возникли гражданские распри по этому поводу. That the Romans ever really took any notice at all of the Christian movement. Тогда уже римляне обратили внимание на то, что появились там христиане. And that was more than 30 years after Christ died and ascended into heaven. Но это уже произошло после того, как прошло 30 лет после смерти, воскресения и вознесения Иисуса Христа. And so we can say that the Romans hardly even noticed who Jesus was during his lifetime. Поэтому мы можем сказать, что во время жизни Иисуса Христа римляне даже и не знали о том, что существует какой-то Иисус Христос. But though the Romans did not particularly notice Jesus and his followers, и несмотря на то, что римляне не обращали большого внимания на появление Иисуса Христа и последователей у него, Jesus and his followers were very much aware of the presence of Rome. Иисус Христос и его последователи очень хорошо чувствовали присутствие Рима. And so we need to know something about Rome if we want to know what the Jewish people were experiencing in life. И вот для того, чтобы понять, что переживали и что испытывали евреи в то время, нам необходимо знать, каким был Рим.
Israel was a land in turmoil during the life of Jesus and the apostles. Во времена Иисуса Христа в Израиле было очень много беспорядков. It was not a place of peace where the people would just be able to follow Jesus without any temptation, without any hardship. It was a land on the verge of explosion into revolution. То есть это не было место, где царили мир и покой, где любому, кто хотел бы последовать за Иисусом Христом, предоставлялась спокойная возможность это сделать без каких-либо искушений, без каких-либо препятствий и трудностей. Вообще Израиль представлял собой место, где уже назревала революция, назревала война, и должен был прозвучать вот такой взрыв, символически говоря. And the teachings of Jesus and Paul and the other apostles take on a whole new significance when you realize that those teachings were developed in the context of the turmoil of the times in which they. И когда вы будете учитывать вот этот фактор, какой была историческая обстановка в то время, когда преподавал Иисус Христос, когда апостолы несли новое учение, то вы сможете оценить по-другому то, что они несли. Jesus' statement to the Pharisees to render under Caesar what is Caesar and under God the things that are God's is a powerful statement in a day when the people were showing resentment of the Roman presence. То есть, когда Иисус Христос говорил фарисеям, что кесарю кесарево, а Богу то, что принадлежит Богу, это было очень сильное утверждение в то время, когда евреи сильно боролись против иноземцев и господства другого. When Paul in Romans 13 tells the people to obey the magistrates as those who are ordained by God. Или когда в Римлянам 13 главе Павел пишет о том, что люди должны подчиняться начальствующим, потому что они Богом поставлены. Becomes a much more powerful statement. А вы сможете понять, насколько было сильным это утверждение. When you realize that Paul wrote those words to the Roman people. Тот факт, что Павел писал эти слова римлянам. At the time when the emperor of Rome was Nero. В то время, когда императором был Нерон. The very emperor who later executed Paul. Тот именно император, который Павла как раз и казнил. You see where knowing something of the historical background can add meaning to the text? И когда вы знаете исторический фон, когда что писалось, вы можете совершенно по-другому прочувствовать текст. Let me show you an example of how our perspective on history, our subjective perspective, can affect the way we see things. А я хочу привести вам еще одну иллюстрацию, которая показывает, насколько наша субъективная точка зрения может повлиять на то, что мы видим. Sometimes our perspective is more powerful than reality. А иногда наша точка зрения даже больше для нас значит, чем реальность. Sometimes our perspective can totally change our understanding. Иногда угол нашего зрения, то есть откуда мы смотрим, да, или как мы смотрим, может совершенно изменить то, что мы видим. Just in a humorous sort of way. А вот это вот такая смешная иллюстрация. Let's see how our perspective can affect our eyes. То есть мы посмотрим, как на наше видение это влияет, то есть наш угол зрения, наш взгляд. What do you see here? Сейчас вот что вы видите? A princess, a beautiful girl. A beautiful young princess. А молодая красивая принцесса с короной, да? Прелестная фотография, прелестный рисунок. Now, let me ask you this. А сейчас вот хочу посмотреть. Немножко по-другому посмотрели, да? What do you see here? Теперь что видите? Pharisee. That's a Pharisee. What happened to a beautiful princess? Что произошло с прекрасной принцессой? This is the beautiful princess 50 years later. You know, in a similar sort of way, we can do the same thing with the writing of history. То же самое происходит, когда историю пишут люди. Sometimes the way we perceive things. То, как мы воспринимаем какие-то события. Affects our understanding. Очень часто влияет на то, как мы их понимаем, как мы их излагаем. But the goal is to see things as much as possible as they really are. Но цель историка все-таки, насколько возможно, донести реальность. Rather than as we might want them to be or the way we think they should be. Вместо того, чтобы описывать, как все могло бы быть или как все должно было быть.
Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Now, in the time we have left, а у нас осталось немного времени. Before we dig into more deeply into the backgrounds of the New Testament. И прежде чем мы с вами перейдем уже более детальному глубокому изучению исторического фона для Нового Завета. I want to just give you a little bit of an understanding of the nation of Israel. Я хочу, чтобы мы получили небольшое представление о народе израильском. Because even much of what happens in our lives and in our history is determined by geographical issues. Потому что очень часто то, что происходит в истории народа, обусловлено также и географическим местоположением этой страны. Weather conditions. Погодные условия. The nature of the land, whether it's dry or wet, whether it's rocky or sandy. Сам ландшафт, природа, может быть это пустынное место, может быть там горы располагаются. Those will affect the way where our lives transpire. То есть все это влияет на то, как будет протекать жизнь людей, которые живут в данной местности. It's interesting that you'll find that. When you look at the world and you think of people like you here in Russia or people in Finland and Norway and Sweden where the weather is very cold. И, например, вот вы можете также подумать о тех, кто живет в Финляндии, в Швеции, где также бывают холода. You would think, well, it's so cold there, people probably just stay in their houses all the time and they can't go out and work because it's too cold. И вы, наверное, думаете, вот там так холодно, наверное, люди на работу не ходят, дома сидят. Then you go down to the South Sea Islands and you see the way, or even where I live in Los Angeles, where there are beautiful palm trees and sun all the time. Или вы отправляетесь куда-нибудь на юг или на какие-нибудь острова, или даже где я живу, да, где пальмы растут, где тепло и солнце светит. And in my home, if I wear this. И вот если бы я у себя дома вот в таком виде вышел на улицу, все бы сказали, ой, как холодно на улице. Обычно, когда я вот в середине зимы выхожу на улицу, то кроме рубашки мне ничего и не надо. И вы, наверное, думаете, там вот, где хорошая погода, люди много работают, им хорошо там в этой... You might think that, right? Наверняка думаете, что лучше там, где вас нет. But what do we find? What do we find in history? Но в истории что мы думаем с вами об истории? It's the people in the cold country who work the hardest. Получается, что там, где морозы и где холода в истории, то там люди больше работают. Maybe they have to work hard to stay warm. Наверное, приходится больше работать, чтобы не замерзнуть. But in my part of the world. Но с другой стороны, там, где я живу. We don't work very hard. It's too hot. Мы говорим, слишком жарко, чтобы работать. When the sun comes out. И поэтому, когда солнышко сходит. Why go to work? Let's go to the beach. Мы говорим, да вообще, зачем на работу идти? Пойдем на пляж. То есть там, где тепло, люди работают меньше. Even weather conditions can. То есть даже погода может повлиять на образ жизни людей. It also affects what we do. Это влияет на то, что мы делаем. If you live in the desert, you don't usually have a farm. Если вы живете в пустыне, то сельским хозяйством вы там не занимаетесь. But I want you to get a visual sense of the land in which Jesus. То есть я хочу, чтобы у вас просто было представление о той местности, о ландшафте, той местности, в которой жил Иисус Христос. Obviously, not a land like Russia. Совершенно очевидно, даже на первый взгляд, что на Россию не похоже. Much more like the land I come from in Southern California. Наверное, больше похоже на Южную Калифорнию, где я живу. Well, here's Bethlehem, where Jesus was born. Это Вифлеем, где родился Иисус Христос. You can see that there are very few trees. Обратите внимание, что деревьев очень мало. I don't see any trees. Я вообще не вижу ни одного дерева. Вот есть несколько. In Jesus' day, there were more trees. Но во времена Иисуса Христа деревьев было больше. But in general, it was like this. It was very, very rocky. Но вообще очень много так именно гор. Возвышенностей. It was not flat land, it was hills. То есть это горы, а таких вот равнин очень мало.
And so you can see a couple of things that would affect the life of Jesus and even life of the people. You know, the city of Bethlehem was whose city? What came? Как город Вифлеем? Как назывался еще по-другому город какого царя? Давида. Yes, David. Да, это значит That's город царя Давида. The city where David lived, and he herded sheep in these hills. Город, в котором жил Давид, и вот на этих вот как раз холмах он пас овец своих. You can see with hillsides like this, this was not land that was conducive to farming. А то есть видите, что вот на таких вот холмах, конечно, сельским хозяйством не займешься. And so the only thing you find still in these hills today are shepherds with their goats. И вот до сих пор все, что вы можете увидеть на этих холмах, это пастухов. These were the hills where David. То есть это вот именно те вот холмы, на которых пас овец Давид. You remember the stories of David in the Old Testament having to flee from King Saul, and he would flee to the hills and hide in the caves. Наверняка помните те истории, когда царю Давиду или просто Давиду в то время приходилось убегать от Саула, и он бежал в горы, он прятался в пещерах. When you go to this land, you can see how David could do such a thing, because all through these hills, very rugged. Many caves, up canyons. И если бы вот вы были вот в этом месте, то вы смогли бы понять, как это Давиду удавалось прятаться от Саула, потому что во всех этих холмах они труднопроходимые, но в то же время очень много пещер разных. He could hide in those caves, and Saul could look for him for months and not find him. То есть он мог спрятаться в какой-нибудь из пещер, и можно было месяцами Саулу его искать и не найти. So why do they often call that is a desert? Well, the desert was on the other side of the hill. С другой стороны холмов там пустыня. Там this they would call semi-desert. То есть это тоже называется пустыней. And we'll talk in a moment why there's desert on the other side. А немножко мы увидим эту пустыню чуть-чуть спустя. But I might add that these are the same hills and the same caves that Judas Maccabeus and his soldiers hide in. Я тоже хочу сказать, что точно в таких же холмах, в таких пещерах прятался и Иуда Маккавей со своими последователями, когда они сражались с врагами. Now, again, if you can see this is the city of Nazareth, where Jesus lived his childhood. Это город Назарет, где провел детство Иисус Христос. It too is very much on a hillside. Тоже можете увидеть, что здания располагаются на холмах. In a few moments, I'll show you a picture of a view from Nazareth to the valley below. А через несколько вот минут я покажу вам вид с Назарета на долину. But you can see again that it's not flat land. То есть вы просто можете видеть, что равнины такого, чтобы все было ровненько, да? Нет. And the interesting thing is that even today, almost all of the houses in this area are built out of stone. И даже вот в наше время, если там побывать, то можно увидеть, что из камня многие дома построены. Why? Почему? Because there were many stones, but not many trees. Потому что деревьев мало. А скал много, и поэтому из камня и строили. We often hear Jesus referred to as a carpenter, the son of Joseph the carpenter. Да, очень часто мы с вами слышим о том, что Иисуса Христа называют плотником, говорят, сын Иосифа плотник. So we see depictions of Jesus as a carpenter. Usually he's in his shop making a table or chairs. И иногда мы даже видим такие вот изображения, как будто Иисус Христос в мастерской рубанком, да, стол или стул что-нибудь такое строгает, да. But do we call people who make tables and chairs carpenters today? Ну вот сегодня мы называем тех, кто делает столы и стулья, плотниками. No, we call them furniture makers or cabinet makers. У нас их сейчас называют мебельщиками, то есть те, кто делают мебель. And the carpenter is the one who builds the houses. А плотниками мы называем тех, кто строит дома. But Jesus, as a carpenter, was a house builder, not a cabinet maker. То есть и поэтому Иисус Христос в качестве плотника, он не строил столы и стулья, он строил дома. But it's interesting that the Greek word that's used for carpenter. Но очень интересно то, что греческое слово, которое означает плотник, really means a stone worker. На самом деле означает каменщик.
And we don't use that term. We say carpenter, but stoneworker makes more sense, doesn't it? Мы не используем этот правильный термин. Вместо него привыкли к слову плотник. Но на самом деле больше смысла именно в том, что он работал с камнем, а не с деревом. Because when you look at the geography, the terrain where Jesus lived, if he was building houses, he would have built houses out of stone. Поэтому, если посмотреть ту местность, в которой жил Иисус Христос, если бы он строил дома, то, естественно, не из дерева, а из камня. Here's the Jordan River. А это река Иордан. This picture is taken in an area near where people go today to be baptized in the Jordan, where something Jesus might have been baptized. Это то место, где сейчас вот люди принимают крещение, когда вот принимают в реке Иордан, и наверняка недалеко от того места, где Иисус Христос принимал крещение. Although recent discoveries, I think you mentioned one of the recent archaeological discoveries. Хотя вот археологические находки недавние. Времени. Говорят о том, что на самом деле Иисус Христос не здесь крестился, а намного южнее. Так как вы спрашивали о пустыне, вот иудейская пустыня как выглядит. But the Judean desert was on the other side of the hill from Jerusalem. То есть это с другой стороны гор от Иерусалима. In fact, if you were to take the land of Israel, you see on the map here. Да, вот здесь вот на карте вы можете посмотреть вот земля израильская. You can divide the land four ways. А можно на четыре полосы географически разделить всю территорию. First over here you have what's called the coastal plain. Вот это вот прибрежные равнины. And that's the land along the ocean where it's very warm and temperate climate. And a very comfortable place to live. Это было на побережье моря, где было достаточно тепло и комфортабельно и удобно жить. And then, yet that coastal plain though would go all the way in about 40 kilometers to a hillside, and this area is very, very plush farming country. То есть вот эта вот территория где-то 40 километров внутрь, а здесь вот можно заниматься сельским хозяйством. This was the land that the spies in the Old Testament came back to tell вот Moses is the land of milk and honey. Территория, куда прибыли соглядатые еще во времена Иисуса Навина, и потом сообщили Моисею, что вот земля, где мед и молоко. But then you have what's called the Jewish Highlands right here. Потом вот идет высокогорье. And those were they're not high mountains, but they're those rocky hills we see where Jerusalem and Bethlehem are. Это не огромные такие высокие горы, это просто труднопроходимые холмы. Вот как Вифлеем рассматривали, вот такой вот вышины. And in Jesus' day, the bulk of the population lived in these hills. И вот именно на этих холмах основное население жило во время Иисуса Христа. Here we have Bethlehem and Jerusalem. Видите, здесь располагаются такие города, как Вифлеем, Иерусалим. Up here we got Nazareth and Capernaum. Повыше на север там Назарет и Капернаум. These were the areas where Jesus grew up. То есть как раз вот эта территория, где рос Иисус Христос. But then when you get to Jerusalem, that's up on the top of a hill. А Иерусалим тоже находится на вершине холма. And right behind it is the Mount of Olives. Goes up a little bit higher. С одной стороны можно увидеть Елеонскую гору, которая повыше. From the Mount of Olives, you go down very steep hill down the other side to Jericho. Вниз по Елеонской горе спускаться, можно прийти к Иерихону. And then here you have Jericho, and on this side of the hill. Вот с этой стороны Иерихон, и вот с этой стороны холмов. We have what's called the Jordan Rift. Это то, что называется Иорданской территорией. And that's an area where different explanations geologically. Some say a glacier or something came through here. You can follow this rift all the way down into Africa. What was the glacier? A glacier or some kind of water flow. Mm-hmm. Carved out this valley here. И здесь располагается такая долина, и некоторые считают, что вот какие-то большие потоки воды с севера как раз вот и сделали эту территорию. Эта вода протекла до Африки.
You can actually see it from an airplane. А если лететь на самолете, то вот можно увидеть это, эту разницу. It starts up here north of the Sea of Galilee. Где-то вот здесь вот начинается вот эта долина. You can follow it all the way down through Egypt and Kenya, Ethiopia, Kenya, Tanzania. Египет захватывает Кению и Танзанию. Last summer I was on the Serengeti Plains in Tanzania, where all the wild animals are. А в прошлом году я был вот в Танзании, как раз вот на таких вот равнинах, где вот вы видели фотографии вместе с масаями, как сафари, да, там различные дикие животные живут. And right next to that is what they call the Rift Valley. А и вот там есть долина такая же. And this Rift Valley is the very same rift that we have here. То есть она точно такая же, как в Израиле. And because of these hills where Jerusalem are, is потому что Иерусалим располагается на холмах. When the rains would come in from the Mediterranean Sea, когда Средиземного моря шли дожди. They would the clouds would hit the mountains in Jerusalem and the rains would fall. Облака доставали вот именно останавливались над холмами иерусалимскими, да, дождь там осадки выпадали. There'd be no rain on the other side. А с другой стороны уже не было осадков, не хватало. So there we have the Judean desert. А поэтому там и получается пустыня, иудейская пустыня. If it were not for the Jordan River, если бы не было рядом реки Иордан, it would be totally barren. А то тогда там вообще ничего бы не росло, ничего бы не было. But there is a little bit of fertile land on each side of the Jordan. Но вот рядом с рекой Иорданом есть все-таки плодородные земли. But once you're 3 or 4 kilometers away from the river, it's just like Когда вы отошли на 3-4 километра от Иордана, Nothing. То все похоже вот на эту пустыню. Ничего нет вообще. And then there's a fourth region that's on the east side of the Jordan River called the Trans-Jordan. И вот уже на восточной стороне от реки Иордан с востока, да, то есть еще одна полоса, которая называется Транс-Иордания. They call it the Trans-Jordan Heights because another mountain rises up here. Тоже это возвышенности, потому что снова мы встречаем здесь горы и холмы. In fact, it's here where Mount Nebo is. А здесь также располагается город гора Нево. Кто-нибудь помнит, с чем это связано в Библии? Moses was right. looking. Да, Моисей с нее смотрел. Moses stood on Mount Nebo and was able to look out and see the land. Моисей стоял на горе Нево и смотрел на землю обетованную. The land that he was never able. То есть на ту землю, в которую ему не было доступа. Now, when we talk about the 4 geological divisions, а вот когда мы говорим о том, что геологически и также географически можно Израиль поделить на 4 такие полосы, we can divide the north to south 3 regions. То есть если мы будем делить не вдоль вот так вот, а с юга на север, то можно на 3 территории поделить. In the south we have Judea. А на юге у нас Иудея. That's where the Pharisees and the Sadducees lived. Там жили в основном фарисеи и саддукеи. It's where Jerusalem. Там где располагался Иерусалим. And then in the north you have Galilee. На севере Галилея. Galilee is the farmland. А это вот место, где сельским хозяйством можно было заниматься. Galilee is where Jesus lived. Там где жил Иисус Христос. And the Judeans didn't like the Galileans because they thought they were just a bunch of ignorant farmers. They weren't educated. Те, кто жил в Иудее, не любил тех, кто жил в Галилее. Here's the Jezreel Valley from the Mount of Precipitation. А это вот Изреельская долина, взгляд с горы. This is where the Battle of Armageddon is to be fought. А вот здесь вот и должна произойти битва Армагеддон. And this picture was taken from the city of Nazareth. Эта вот фотография как раз была сделана из Назарета. You read the story where Jesus, after he proclaimed himself to read about the fulfilling of the scriptures in the synagogue, and the people wanted to take him to and throw him over the cliff. То есть, вот когда вы читаете о том в Писании, что Иисус Христос прочитал из пророчества, закрыл книгу, и люди хотели на гору его отвезти и сбросить отсюда. Вот как раз это вот место, с которой она так и называется, гора Низвержения. То есть, еще раз посмотрите, вот последняя вот фотография на сегодня, просто еще раз увидеть, что это горная местность, это колодец Иакова.
колодец Иакова. То есть как раз, да, там, где Иисус Христос встретился с самарянкой. Посмотрите, насколько все пустынно. То есть это вот немножко вот о земле, в которой они жили. И земля, территория на историю повлияла сильным образом.